Сегодня вы увидите. Убьем самого нижнего чувака и посмотрим, как будет рушиться вот эта большая башня. Сколько нам дадут опыта, если мы сделаем 1500 убийств в командном бою? Я попробую гранатой откинуть все эти оружия. С помощью подсадки мы сейчас попробуем прострелить и убить врага через всю карту. Кайф просто. Тик-так, смотри, какой у меня крутой скин. Разве это крутой скин? Вот это крутой скин. А спонсором данного выпуска является компания 1xBet. 1xBet — это высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа и множество спортивных дисциплин. Итак, прямо сейчас мы с вами убьем самого нижнего чувака и посмотрим, как будет рушиться вот эта большая башня. И если она вся не обрушится, тогда мы будем убивать остальных чуваков. И это будет, мне кажется, очень красиво. Ну что ж, давайте прямо сейчас убьем первого и посмотрим, как они все будут падать. Ну что ж, убиваем первого и... Блин, капец, это как домино, ребят, смотрите! Офигеть, оно красиво смотрится, ребят! Смотрите! Блин, капец, это красиво смотрится, ребят, серьезно! Как домино падают, да? Посмотрите! Офигеть! Просто красиво, ребят, реально. Просто вот это вот реально очень-очень-очень красиво. Блин, мне реально понравилось очень. Итак, с помощью подсадки мы сейчас попробуем прострелить и убить врага через всю карту. То есть мы залезем на самого-самого высокого человека и попробуем свысока попробовать прострелить человека через всю карту. Вот, у меня, собственно, есть АВП, как вы видите, и мы попробуем с помощью этой АВП убить этого человека. Так, залазим давайте на самого высокого и посмотрим, что вообще получится. Я сказал стать ему под балконом, и мы проверим, возможно ли вообще... Да, ребят, он прыгает! А он пропадает, смотрите, он на секундочку пропадает как-то, не лагает, видите? Но, походу, возможно. Да, ребят, мы убили через всю карту с респа. И он реально умер, ребят. Посмотрите. Давайте еще раз попросим, чтобы он подошел, и мы попробуем еще раз его убить. Так, давайте он сейчас подойдет еще раз на то же самое место. Я попробую. Так, вот так вот, отлично. Подпрыгивай. И попробуем еще раз убить его. Смотрите, он то видно его, то не видно, вообще непонятно. Короче, какая-то баганая хрень, но я его то вижу, то не вижу, но все-таки убить я его смог. С помощью подсадки из 8 человек, ребята. Вот это реально круто. Итак, прямо сейчас мы проверим, сколько нам дадут опыта, если мы сделаем 1500 убийств в командном бою. Это будет жестко. Как вы видите, это очень-очень долго и нудно, но я всех стараюсь убивать. У меня уже 261 убийство, ребят, и прошло даже половины еще не прошло. У меня уже 261 убийство, 267 уже даже. Итак, прямо сейчас мы посмотрим, сколько нам дастся опыта за 500 убийств. Как вы видите, у меня 500 убийств. Это нереально много. Мы набили 500 убийств с вами. И сколько же сейчас дастся нам за это опыта? 5000 опыта дали, ребята, охренеть просто, жесть, 5000 опыта. Вот эта пушка просто, ребят, за 500 убийств дает 5000 опыта. Вот это реально жесть. Вот это реально крутая проверка. Мы сделали за 10 минут 500 убийств и заработали 5000 опыта. Вот такая вот интересная фишка, которую мы сегодня с вами проверили. Сейчас мы проверим то же самое, только на режиме бомба. Там будет немножко посложнее. Надо будет сначала выиграть 7 раундов, потом проиграть 7 раундов, и потом уже выиграть 1 раунд, чтобы было максимальное количество убийств. И посмотрим, сколько опыта нам дастся за максимальное количество убийств. Это будет круто. Итак, последний раунд. Я сейчас убиваю оставшихся людей с ножа. Наш последний чувак плантит бомбу. Я его убиваю. У меня 135 киллов и 0 смертей. Я диффужу бомбу и посмотрим, сколько у нас дастся
опыта за это количество. Счет 310 у меня. Мы победили, наши спецназ победили. И сколько дастся опыта нам за 135 убийств, 0 смертей и каждый раунд за диффуженные бомбы? Ё-моё, ребята, охренеть просто, что, серьёзно? Ребят, к сожалению, я тупанул и забыл про вебку, и вебка закрыла половину того, что вы должны были увидеть. И там было около 8000 опыта, там немножко было заметно 7000 с чем-то опыта, и я думаю, вы мне на слово поверите, и там было около 8000 опыта за 130 с чем-то там убийств. В общем, это очень круто, ребят, и я в шоке. Просто был реально. Вот это реально жестко. Вот это реально жестко. Я в шоке, ребят. Я просто в шоке. Итак, прямо сейчас я попробую гранатой откинуть все эти оружия. Сделаю это в замедленном режиме, если они все откинутся. Ну а если не откинутся, то будет миф опровержен. Вы просили, чтобы я все эти оружия гранатой раскинул в разные стороны. Ну, то есть проверил, будет ли оно откидываться или нет. Ну что ж, давайте кидаем гранату и смотрим, собственно, что произойдет. Откинутся они или нет, как это будет красиво или нет. В общем, все прямо сейчас увидим. Давайте, фух, поехали. Прямо граната на них упала и... Что? Они просто стали черными, ребят, посмотрите. Они просто почернели все эти оружия и... Блин, ничего не произошло, они даже не откинулись, никакой физики нету. Блин, вот это же, вот это обидно, согласитесь, ребят. Просто напишите в комментариях, если вы со мной согласны, что, блин, это реально обидно. Ну и как всегда, под конец эпичное мяско. Поехали. О, вот это сочно, вот это, ребят, сочно. Кайф просто. Мясо. Всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока-пока. Лайк поставь и подписывайся на канал, если ты в стендофе профессионал.